Всем привет, друзья и гости канала. Сегодня будем играть в игру Euro Truck Simulator 2. Дальше продолжаем ехать. Теперь приедем с Белоруссии. Приедем с Белоруссии в Спинску. С Белоруссии приедем в Россию. Спинску. В Россию приедем. В Юхнов. Юхнов. Далее какая дорога нас ждет. Выезжаем с вами. Это Мерс новый. Теперь такие Мерсы делают. Беларусь идет в Россию. Такие мэпсы новые же, 2015 года, 2016 года, такие самые мэпсы. Красиво, правда? Не старый как бы, новые это, 2016 год. Так, Люкойл. Нет. Люкойл. На заправка Люкойл. Ладно, едем дальше. Едем целую ночь. Он работает как год, привезет. Что дело? Что работает они там? Пока мы скопим на свою машину. Только что такого мэпсика. Всяких наездим там ничиндалов всяких. Все, деньги все, знаете, что я поделюсь. Хоть один пустил. Черт! Это сейчас будет страшно. Че я так смотрю? Чтобы оставаться не быстро не уезжать тут. 60, 80 и дальше не 80. Ой, как! Себе хочу моя встал так вот себя красивенький, да, мальчик новый хочу такой, да, и быстро довольно такой чувство не заносит никак вот. Вообще и мягко чувствуешь на ней, там на бочке не стоит хер знает. Еще сегодня мод поставить маркета. Маркет этого, мод, как это называется? Ну этого, как? Что-то трактор делает, что-то стоит. Магину пока не надо заполнять. Или же в Юкона, в Россию. Пусть заносит. Я еду. Чтобы в городе куда-то зайдем. Так.
Будешь может? Заехать на заправку Лукойл. Ну ладно, доедем. Шла страшная дорога опять. Сочка пошла. Опять мусочка пошла. Ещё. Чуть-чуть не появился. Смотрите, чёрт, побери меня. Масс стоит. На ночь, наверное, поедем. Блин, что это музыка говорит, ничего не слышно. Что я говорю? Надо поджать немного, опять же, опоздали. Ладно, едем. Мэрси. Это мощная машина, Мэрси. Хочу себе купить сначала. Вот маркет. Сейчас мой поставил, хотел поставить все-таки. А, вот, скриншот, вы налево. Это скриншот делать. Чтобы на деревню поехали. Сделаем все пожарные, чтобы там забудем сделать DC. Хотя бы себе выпустить. Ну ладно, так сделаем красивый скриншот такой. Так, подальше надо брать. Так, вот. Еще подальше. Так. Какой-то машины там. Так, как вы думаете? Бабочки какая-то. Нахрена тут бабы. Можем найти бабы. Так, это так. Во. Что такое? Во. Нет, это не так. Как это что делать? Это не точно что-то такое. Это расплывчатость. Вот так, надо до конца мне поставить расплывчатость. Вот так как-то. Так. Вот так как-то сфоткать надо это все. Так, сейчас вот так. Вот так. Сфоткать все. Ладно, все дальше. Вот почему добавили. Может еще на себе поедем, тогда как-то успеем.
Ну что ты мне футболок не подаешь? Ягоды. Ты своим ягодами. Сегодня, наверное, будет, если выедем в Россию. Планет опять выедем. Россия. С опозданием опять будет, да. Надеюсь, дороги не будут плохие дальше в Россию на подъезде. Уже сельский пакет добавлю, не очень хороший. Но там хороший пакет добавлю. Залагала уже. Проскочили, ё-моё, твой налево. Проскочи. Смотри, куда едет, может. Слушай. Придурки. Это большой лайк, ты беру себе в России. Это любой. В городе Слуцк. Добро пожаловать в Слуцк. В Слуцк. Вообще это Беларусь, как бы считается Слуцк. Еще на дальше. Еще на Беларуси. Еще границы не поехали. Россия. Это еще не Россия. Еще России топать, топать, как бы это называется. О, такая топать. Представляете? Верно. Даже быстрый такой, шустрый. Ну еще Белусика бы не поехали, надо ехать, топать и топать до России. Смотрит. Начинается.
начинается дергание. Дергание, как уезжаем, начинается такие дергания. Смотрим на дорогу. В России нам топать и топать. Начинаем все ехать, ехать на России этой. Сотня. И дороги запущены. Много сельских дорог запущено таких. Дёрганье начинается. Мне даже нравится. Я дёрганье. Ты куда едешь, ты? Пидор. Мог отъехать, видимо, сзади доехал. Еду. Нет, стоит на месте. Подрадует, конечно, в городе. База. А, труба. Вон, нарушаем. Извините, что нарушаю. Это эти поезда. Где поезда стоят. Красиво. Вообще красиво. Скотчем. Конечно, мы же что. О, КамАЗ стоит опять. Пока бога хватит. И так денег. Все сегодня отменила на поездку и все. И деньги все посол. Скорость, Миш. Скорость надо. Меньше. Спать. Вот спать включается. Спать хочу. Давайте заскочим. Спать. Оп, Сюда. И... О! Друг стоит наш. Немножки. Да нормально все. Остановка. Шепот. Подлагивать мне выводи. А где мы теперь? Бобруйск. Где уже что ли в России? Уже в России, да? Бобруйск. Где в Бобруйске? Это такой большой не был городок там. Бобруйск. Там.
Бобруйск. О! Шашлык. Фотка самолем. С трактором. Нет, тут не будет. Еще успеем фоткаться. Так, сегодня сфоткались. Году попадает. Эй! Ты еще тут стоишь надо мной, делай. Эти люди. Чё охренели, коров, надо в ноги пускаете. Чё вообще, все деньги проголосовали. Чё-то кину не с того на сегодня. Чё я стал на сегодня как хитрый на родинное решение. Нарушаю, потому что что? Короче, надо... Погорю? Нарушаю. Смотрю на знаки, все. Катимся понемногу, катимся. Заплыл. Жалюсь, на дорогах машины. Брошены, стоят. Города уже не сто сотни легко. Наконец-то сотни. Подожмать надо. Поджать. Сто десять. Сделай хернемся. Опа, вот туда. Я не смотрел. Светофор стоял. Я уже разогнался. Ну, тут деревня, да. Везде деревня. Thank you.
Во, поезд поехал. Уже нужно надышать. Ну, в городках этих маленьких. Лучше не надышать. Дэпом, городой, водок приезжать, деревень. Там поедем. Не, ну по знаку, чё ты? По знаку не вижу людей, что ли? Чё, по знаку не вижу людей, что ли? 110 стоит знак, ё-моё. Так, загнись, загнись, давай. Какой туман, блин, да. Туманище. Что делает, они тут работают. Это работа делает. Что 10 знаков? 80 уже поеду. Ладно, я 80, я не нарушаю. Ну сколько он едет? 60 максимум. И больше. Блять. Видишь, что говорю? Черт, побери вас! Все. Пил, блядь, все. Извините, пожалуйста. Ну не офигели, наставлен машина этих.
меньше. Минты, минты, минты. Все, можем разгоняться уже. Надо поехать, чтобы... Вот и уже, наверное, на Россию где-то. Да. Все, в минус пошел. Так, сходи, давайте. Что я сделаю? Хоть какие-то, блин. Не хочу какие-то, блин. Лучше в минусах подавиться. В минусах. Ну не так. Уже голод, в голоду. Сколько на России городов где приезжать? О. Не смотрит никого. Нет. Что это? Здесь же выше категории, блядь. Любым поворотом снимем мы на скорости большой жар. Все, это придем на русскую границу наконец-то. Всего Беларуси. Там начинается Россия, дорогая наша. Белуси мы уже выезжаем, мы не спустим белуски. Сейчас мы едем на эту. Все, вот граница Россия. Тут мы идем с скриншот этот. У меня больше даже спит уже российский. Там здесь спит на мазе. Тут мы себе фоточку такую. Кстати, что это? Ну, если надо дать мне дать. Ирга мог так. Че давай? Вот соль придурок. Нормоёб. Теперь так, ты, блядь, пособник. Вот так это так вот. Капса. Красивая, как вот красавица. Эх. Так, ну там конца. Ой-ой-ой, это блядь. Херачить надо. Это, так вот. Так, это. Вот это просто, сколько фоткать. Угу. В принципе, да. Угу. Как тут можно эту фоткать? Не хотите с фурой? Ну ладно, так, без этой. Никак не обойтись. Лучше с фурой, наверное. С боковей, боковинку взять. Как-нибудь так. Да, во. Во. Вот так как-то. Вот так как-то. Во. Ну что же, фотка, наверное. Так, вот так вот как-то. Во. 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 Так. О. Во. Как бы не понять, красиво. Ага. Как смотрится красиво. Как? Я не очень.
Наконец-то. Оказывается, Россия. Так, теперь можно загнаться. Вообще, сколько надо ехать? Долго. За 12 тысяч дает. Какие поездки. Ёбнутый, что ли, блядь? Чё, ёбнутый? Блядь, я не увидел, блядь. Долбоёбы. Извините, что ты говорю. Пожалуйста, извините. Спасибо, сказал вам. Стоит даже... Бежи тут. Чё ты бежишь? Ой. О, красивая. Да. Нет. Не буду. Тут есть вот танк. Танки не буду. Красивый пейзаж. Ладно. Делаем сейчас известный. Почему это все не дает? Вообще на Россию надо проехать в этот юбанок. Не знаю, что какая дорога тут есть. Интересно.
Поэтому сегодня дальнобойщики стоящие. Там ты дальнобойщики не такие такие. Кстати, сон крутой дальнобойщик. От таких дорог там придется. Болото. Все равно шоссе, как бы там вообще болото, там это от гобы, а от этого нет, как это называется, гоба, этого гобы взял эти капли, наверное, он взял гоба, эту каплю там, это вообще не знаю, кто делал. Видео, так не надо бежаться. Кто тут здесь бежаться? Другие вы люди, которые вам понравились. Пишите, как тебе игры снимать. Нахрена эти машины долги наставишь, ё-моё. Не проехать, не пройти. Добро пожаловать в Юкхнов. Мы же в Юкхнов. Да, помимо почти все проехали. Город Юг. Подождите, направо же не надо, там что-то было. Нет, я думаю, что делать. Ладно. Заедем, давайте. Вспомним, что он за херня. Такая. Так, что мы делаем, Думать. Что же делать,
Может это вариант. Еще подъедь, смотри. Зацепил хоть, наверное. Зацеплю. Или взкатиться на это, да, пофиг. О, да, долго было, да, долго. Россию юбку. Так, где топограф? Вот топограф нам стоит. Уже написано. Вот тут хорошая. Смотрит зараза. Да. Поскольку подобно. Маленький черт проезды в этой России, в Юган. Найдем, правда, это по реально. А вот стоит еще одно. Че, блядь? Я же не буду заехать. Как я заеду? Ну вам поймите, вы, блин. Уже тут заниматься. Что выносил он, что ли? Слушай, что происходит? Надо мне спать. Я еще тут долго не заеду. Ну и хрень этим проездом такими узкими. Наконец-то на загнать куб. Сразу можно сказать придурки. Ну и нахуй такой бой. Фу. Чё, видишь, что заколгался? Что? Ладно.
Москву. Что это? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Опа, есть. Ну ты было, ель ваш налево. Всем пока! Всем пока!